Начинаем матч за бронзу отборочного этапа Украинской тренбольной лиги турнира Street Game Одесса 2017. Запорожье Днепр. КБУ против чемпионов. 10 минут, либо 21 очко. Итак, тем не менее, развитие событий идет достаточно быстрым темпом. Команда из Запорожья ведет со счетом 5-1, 5-2. Днепр забивает. Перехват. Первый командный фол у Запорожья. Счет становится 5-3. Впереди по-прежнему ЗП. Семь-три. Дальнее попадание. Семь-четыре. КПУ впереди. Чудище. 8-4. КПУ чемпион. Десять-пять. Не
Не забил. Третий командный фол у До конца матча осталось 5 минут, счет 10-7. Впереди КПО. Дальний бросок сокращает разрыв до 1 очка. Сейчас становится 10-9. Да не тут-то было. 12-9.
19-17. Одна минута до конца матча. Время. Друзья, давайте поздравим. Со счетом 20-18 КПУ становятся бронзовыми призерами турнира Street Game Odessa.